Процветание и развитие. За редкими представителями флоры Ульяновского тендропарка будут ухаживать еще тщательнее, а территории облагораживать. Планы по благоустройству рассчитаны на 10 лет. Приумножить планируется не только зеленый фонд. Тендропарк в скором времени станет популярной локацией для торжеств. Здесь предполагается организация регулируемого досуга населения, в том числе проведение фотосессий, выездных регистраций брака, ну и отдыха населения. Кроме того, одним из мероприятий является проведение научно-образовательной деятельности. Создать школу юного лесовода и приспособить ландшафты для маломобильных граждан. В планы 10-летней концепции входит много задач. Сотрудники Минприроды представили проект губернатору. Глава Ульяновской области одобрил инициативы. Давайте 61-й день. Великолепный участок, великолепное место. Давайте, конечно, здесь дадим возможность, чтобы люди здесь отдыхали, набирали сил, знакомились вообще в целом, может быть, даже изучали здесь, научной деятельностью занимались. Уже привели в порядок центральную площадку парка и подъездные пути. Не стоит забывать, что в Ульяновске еще предостаточно живописных и ценных мест. В экологическом парке «Черное озеро» тоже наведут красоту. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости «Ульправды ТВ».